Никто и не волнуется. Алиса и Максим не будут поддаваться, они будут танцевать под музыку Ференса Листа «Грёзы любви». Вот стоят на широкой полке каминные часы, и каждый час наигрывают мелодию, под которую две фарфоровые фигуры якобы танцуют, а потом оживают, и начинается сказка, прекрасная сказка о любви, что нам сегодня и показали на льду Максим и Алиса. Максим просто красавец. Столько новых элементов с Алисой они уже показали, но в сегодняшней программе этих элементов было просто очень много. И все законченные, красивые, специально под Алису подобранные, со вкусом, и костюмы, одетые на ребятах, это украшение всей программы. Замечательно все. Последний номер стал...